אמרנו את זה, רק אני אגיד את זה שוב, בזמן, בזמן שכל זה קורה, בפנים את הבוק הפסובות את הפרסמונית, בחוץ ברחוב, נאוליצה, עדיין יש תהלוכות של אנשים שעולים לבית המקדש, לציפור פרסמונית עוד את עוד, как бы волны людей, которые поднимаются в храм, и масалим шалаем, и мабикурим шалаем, и мабикурим шалаем, со своими корзинами приношения первых плодов. Олим ле бета мигдаш лиш тахавот, и лагим туда ле Элоим, аль машу натан ле. Они до сих пор делают вот привычное для них дело, поднимаются в храм, там славят Бога и благодарят Ему за то, что Он им дает. Вехолет же эле анашим, ше шумим бахот, зет кола рамш. И, может быть, это те люди, которые вдруг слышат все вот эти голоса снаружи. Okay, זה עדיין מין параллел כזה שקורה בין מה שאלוהים עושה ברוח לבין מה שעם ישראל עדיין עושה בבשר. То есть это как бы параллельное такое проявление, когда Бог делает уже что-то духовным проявлением в израильском народе, до сих пор есть еще вот то, что они привыкли делать в физическом проявлении. Okay? אז זה פנטקוסט. И вот это пятидесятница. קבלו אותו. Примите ее. Аллилуйя. Аллилуйя. פנטקוסט האמיתי שיושב על כל היסודות של התורה והתנ"ך. Это пятидесятница истинная, которая основана на Торе, на законе и на Танахе, на Ветхом Завете. עכשיו אנחנו עושים קפיצה של 2000 שנה, ואנחנו באים אל ימינו. Итак, сейчас мы перепрыгиваем 2000 лет, и как бы сразу наши времена. לנו כבר יש את הברית החדשה, את כל מה שכתבו בבשורות, באגרות וכו'. У нас уже есть Новый Завет, все, что написано в посланиях, письмах. אז בואו נסתכל בכמה מקומות על איך אנחנו יכולים לראות את זה בפרספקטיבה שלנו. Давайте мы рассмотрим несколько мест Писаний, для того, чтобы понять, как мы это можем рассматривать в нашем контексте времени. Хага Кацир. Итак, праздник урожая. Йоханан 4, Иоанн 4 глава. 35-36. Иоанн 4 глава, 35. Этмей погаш Иешуа в Йоханан 4. Кого встречает Иисус в этой главе? Айша Шамрони. Самаритянку. מה היא עושה כשהיא מגלה שהוא הנביא והוא המשיח והוא והוא והוא? שתו לא נדיל את כתן הנמוך ואת שתו און מסיעה, און פררוק, און 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 און. רואה את הרעיון שלה, מספרת. אני פשוט סבוי גורת, היא רסקזבת. ובינתיים נפשו עם התלמידים עדיין מחוץ לעיר. הפקה איסוס סוצ'ניקמי את הסיפור של את גורת נמשות. ופתאום, בתוך כל הסיפור הזה עם השומרוני, זה מה שהוא אומר. אם דרוג, как вот в этом и рассказе, и связано с самаритянкой, это то, что он говорит ей. Алло, тем умрим, что он арбаа ходашим, ва кацир ба. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? И не они умер лахем, спу энехем уру это садот. Я говорю вам, поднимите глаза и увидите поля. הם לבנים ובשלים לקציר. אני уже побелели, готов к урожаю. Жатве. הקוצר מקבל דבר שכר ואוסף פרי לחיי עולם. Живут жнущий, получает награду и собирает плод в жизнь вечную. קציר. קציר, урожай. פרי. פרי, это плод. על מה ישוע מדבר פה? О чем Иисус здесь говорит с ней? כדי שישמחו יחדיו, ישמחו יחדיו, הזורע והקוצר. Для того, чтобы и сеющие, и жнущие вместе радовались. כן, בנתי. הוא מדבר על שבוע? הוא מדבר על שבוע? מה זה פרי לחיי עולם? לא такое плод. אבל הוא מדבר על קציר, זה פרי שמביאים בשבוע. אבל זה באמצע הסיפור של השומרונים. Здесь это вдруг посреди рассказа о самаритянах. Мы запрыли хаяй олам, мале, это плохо было от ванья, я же хаяй олам. Типа, что такое? Эхалха. Желудия помощнее, особенно. Ну, это проедешь. Да, да, мы это правда нашим, что мы видим кипы для его дима. Нефашот. Нефашот.
Итак, когда он говорит о плод в жизни вечном, о чем он говорит? О каких душах он говорит? Майк Шерпо. Какая связь здесь? Казак? Шамоним. Самаритяне. Вау. Иешуа не мдабер бен менутак мима ше коре свиво, он тамид мхубар лема ше коре. Иисус не говорит о вещах, которые как бы не происходят в тот момент, где он находится, не связаны. Он говорит о тех событиях, внутри которых он находится. Перек арба в Йоханан нора арох. Четвертая глава в Иоанне, она очень длинная. Сипор это имя иша шамоним, вахаках иштахбая бароху, вэмэк. Мефорат меон. Этот рассказ о самаритянке и потом о как бы результате, что нужно славить Бога в истине, он как бы очень подробно рассматривается. В посок 37, 37 стихе. שומרונים רבים מן העיר ההיא האמינו בו על סמך העדות של האישה. То есть в 39 стихе написано, что многие самаритяне, они уверовали в него благодаря свидетельству этой женщины. וב-41 רבים יותר האמינו בגלל דברו. А в 41 стихе написано, что еще больше уверовали по слову его. Йоханан כותב את זה. Это Иоанн пишет это. Йоханан מכניס פה את הקונספציה שקציר זה נפשות שנושאו והאמינו ונכנסו כפרי לחיי עולם. Иоанн, он вносит этот контекст понимания, что урожай и плод это души, которые спасутся и которые будут последуют жизни вечной. Поэтому под урожаем подразумеваются спасенные. А под плодом подразумевается вечная жизнь. Откуда он это взял? Ирмияу 2. Возвращаемся в Иеремия 2 главу. Он не придумал это. Ирмияу 2. В Иеремии 2 глава. Элохим метаэрет ам Исраэль. Бог описывает израильский народ. Захарди лах хесед наураих, ахават клулотаих, лехтех ахарай бамидбар, беэрет ло зруа. Я вспомнил тебя, любовь юности моей, когда ты была невестой, когда последовала за мной в пустыню, в землю незасеянную. О любви твоей ко мне. Это тот самый Израиль, который вот-вот вышел из Египта и испытывает к Богу вот ту самую юношескую любовь. И идет за Богом по вере. Кодеш Исраэль ла Адонай решит твуато. Израиль был святынью Господа, начатком плодов его. Исраэль маамина беэлохим, кен, за адайн яциат Мицраим. Верующий Израиль, верующий в Бога, который вышел из Египта. Решит твуа шел Элохим. Это они были начатками плодов Господних. אנחנו נוקח את זה ומלביש את זה על הישועה של הגויים או השומרונים המאמינים. Иоанн берет это и одевает это на самаритян, как бы на язычников, которые получают спасение. במקומות רבים כתוב שישראל הוא הבכור מבין הגויים. Во многих местах Писания написано, что Израиль, он как бы избранный между первенец между народами. Но когда Иисус приходит и как бы собирает свой урожай, то в Римлянах 8 глава, 23 стих,
Оп. חלק השני של הפסוק. вторая часть стиха. ולא זו בלבד, אלא גם אנחנו שיש לנו ביקורי הרוח. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа. Бикурей аруах. Начаток духа, да? Мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ромин за полус медобер, кен? Итак, римляне, это уже Павел говорит. За полус ми за анахну? Кто же такие мы у Павла? Евреи. Иуды? Это евреи? Полус катарат ромин ле иуды? Он Павел написал римлянам, но он написал не только для евреев, он написал это и евреям, и язычникам. Бикуре рух, зафрима за мила бикурим бехор. Вы помните, что такое? Аришоним баруа. Вы помните, что такое слово бикурим, да? То есть первые в духе. Окей, Итгалут 14:4. Давайте откроем книгу Откровения, 14 главу, 4 стих. Галут 14:4. Четвертый стих. Это стих. А, последняя часть. Эле нифду ми бне адам бикурим ле Элохим ве ласе. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Бикурим ле Элохим ве ласе. Первенцы Богу и Агнцу. Аз ма ше коре ба брит хадаша ахрей Пентакост. Поэтому все, что происходит в Новом Завете после Дня Пятидесятницы, изъятия Духа. אני לא רוצה למחוק את זה, אבל תדמיינו שנגמר פנטקוסט ומתחילות 2000 של מה שנקרא הקהילה. Я не хочу все это стирать, но представьте себе, что закончился День Пятидесятницы, да, произошло излияние Духа, и потом начинается 2000 как бы церкви. חג הקציר וחג הביקורים הופכים להיות הדימוי הרוחני של גויים ויהודים נושאים ונכנסים למלכות שמיים. Праздник урожая и праздник первенства это превращается в символы спасения как для евреев, так и для язычников. אז אם אנחנו רוצים היום ב-2016 לחגוג חג הקציר וחג הביקורים. Поэтому если мы хотим сегодня, в 2016 году, праздновать праздник урожая и праздник первенства, начатков, да. А фокус решен, я холи йод. То первый наш фокус, как бы, должен быть концентрация наша. Это прославить Бога за каждого нового верующего, который покаялся в этом году. Минавша шана. Кто в этом году спас? Есть по нашим хадашим? Есть тут. Аллилуйя! Аллилуйя! Лена, я удивлена. Приятно, что ты таким. Что ты спаслась? זה הפרי הביקורים של השנה. Это нам мы еще не нас на ход шамай. Да, который вошел в Царство Божие. זה עושה לי goosebumps. У меня да, вот, да, покрылась гусиной кожей отчасти. Это хаг הקציר האמיתי. Это вот праздник урожая настоящий. Мы радуемся каждому новому спасенному, каждому плоду. Окей. Плоду. Вот еще одна ага. Не, я рада. Окей. Ада 2 года. Ты просто путаешь. קודם בהפסקה אמרתי לבלסטין, החשיבה היהודית היא תמיד פרקטית, אף פעם לא רק רוחנית. Итак, я отмечала это, но еще раз скажу, что мышление еврейское, оно всегда практичное. Оно не только духовное, но оно связано с... Не только теоретически, но и практически, да? אז דרך נוספת לחגוג את הביקורים, שאלוהים נתן לנו השנה, поэтому еще один путь, как мы можем праздновать вот эти начатки, которые Бог дал нам в этом году, это остановиться и подумать, чем Бог благословил меня в этом году, через год после прошлого праздника Шавуот.
אנחנו באים ואומרים תודה, ואנחנו שמחים לפני אדוני. Евреи приходили в храм со своими корзинами, с первыми фруктами там, или урожаем начатки. И нокот хадашим, я что, чинокот хадашим? Да! Аллилуйя! Точно так же мы приходим к Богу как бы, и говорим спасибо Ему, если у нас вот сколько девочек красоток родились в этом году. Парнаса хадаша, у парнаса шедагла, есть мишу? Есть тот, у кого возросли доходы. Аллилуйя! Новый дом. Аллилуйя! Улай, нехда хадаша. Может быть, внучка или внука кого-то? Okay. Еще нет. Новая работа. Улай, это оман, о йоцер, шир хадаш. Окей. Тьюр хадаш, рикур хадаш. Новый танец, новый стих, новая песня. Матай вартам лепо? Когда вы сюда пришли? Сана! Да! А сана! Да, новый дом. Сиба, да, сиба? Это... Яна, махар бы сиба. Яна, махар бы сиба. Все, завтра отмечаем. Тинцу на рост, шелахем ваэля шеалу лирушалаем лихари шаву. Представьте себе эту картину, как люди поднимались в храм во время праздника Шавуот. Кола хагим нораду лазор лану להתפקס, למצוא פוקוס על אלוהים. כסתי פרזניקי, אני בופשת את המושתו בפמוץ' נאמץ פוקוסטירוואץ הנבוגיה. זוכרים מה שאמרנו שלושה דברים שקשורים לשלושת הרגלים. ופומנית את מגברי להתיוק בשעה כתור סביאת נסטריגה פריבויצ'קמי. קשר בין אדם... с тремя праздниками, которые необходимо было подниматься в храм. Только для лодот Элоим. И все для того, чтобы возблагодарить Бога. Кеша бен Адам ла Адама. Это связь между человеком и землей. В 2016 зулай, кеша шелану ла Арец, ла мишпаха шелану, ла авода шелану, ла хаим шелану. В 2016 году это как бы связь наша с той страной, с которой мы живем, с той землей, в которой мы растем, с работой, с окружением. קשר בין העם לאלוהים, связь между народом и Богом, שכולנו ביחד זוכרים את יציאת מצרים, это то, что мы все вместе вспоминаем выход из Египта, אבל אישית, כל אחד מאיתנו יכול לזכור מאיפה הוא עלה ומה הוא עזב כשהוא עלה לארץ. Но каждый из нас лично может вспоминать, что он оставил там позади для того, чтобы приехать в эту страну. Но да, и даже если приезд в эту страну был тяжелым, все равно необходимо сосредоточенно и направленно искать благословение, которое вы получили с тем, что вы вошли в эту землю. И благодарить Его, и уповать на Него, и радоваться перед Ним. И это не популярно это делать. Более популярно это все время жаловаться и рассказывать, как тут плохо в этой стране. И поэтому мы должны перестраивать свое мышление, как бы, и направлять себя на то, чтобы славить Его и благодарить Его. אז קודם אמרנו שאפשר ללבוש לבן, ואפשר לעשות עוגת גבינה, ואפשר לקשט. И раньше мы говорили о том, что можно одеть белое, и можно спечь вкусный творожник, и можно украсить дом, или здание. כל אחד כמו שהוא מרגיש, וזה מדבר אליו. Каждый, как он чувствует себя с этим, что к нему больше всего говорит. В 2016 אנחנו יכולים להניף כמו הכהן הגדול את שני כיכרות הלחם ו-2016 мы можем потрясать, как первосвященник с двумя хлебами перед Господом в храме. מה זה שתי כיכרות הלחם? Чем будут сейчас являться эти два хлеба? עם ישראל והגויים. התחלת נכון. עם ישראל והגויים. Это как израильский народ и язычники. מה שהכהן היה עושה זה היה עושה ככה. Итак, первосвященник делал вот так. Да? То есть он соединял. Он не так? ככה.
А он соединял эти два хлебоприношения, да? Зохер же дебану аль минха хадаша? И так вот он делал. Вы говорили о минха хадаша это? Зохер же дебану аль минха хадаша? Это новое хлебоприношение, да. Буфа Машиах у Иуды ве Гои. Так, тело Христа, оно состоит из евреев и из язычников, да? Кадош? Кадош? אבל עדיין עם חמץ. זוכרים את שני הלחמים? То есть святой, но до сих пор с дрожжами. למה? היהודים אין לי בהם חטא? שו, у евреев типа нет греха. למה? בגויים אין חטא? А שו, язычникам нет греха в них. למה? היהודים בגויים והגויים בקהילה אין להם חטא? שו, евреи и язычники, находящиеся в церкви, у них нет греха? אבל בגלל שזה חג ההתקדשות, זוכרים את ההתקדשות שדיברנו? לא, זה תפור שאתה את פרזניק הצ'ישניה, הסבישניה. אפשר להניף את שתי עתיקות לחם למעלה לפני אלוהים. מושדה פדניאת את דבח לימו פרנשניה פירית גוספדם. שמוח ולהודות ולהשתחוות לפניו. И можно радоваться, Amen. И благодарить, и славить Его. Поэтому я хочу добавить здесь слово «единство». Поэтому в праздник Шавуот мы еще празднуем единство церкви. תקחו בדפים שלכם, אפסים, שתיים, открытие, вот в листиках есть Ефесяна, вторая глава, с 11 по 13 стих. אני רוצה שתניה תקרא ברוסית, ואתם מסמנים כל מה שמדבר על הגויים. אתם גויים, 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 אתם מסמנים. Я буду читать по-русски, я хочу, чтобы вы отмечали все, что связано с язычниками, да? Итак, помните, что вы некогда язычники. По плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезаемым, обрезанием совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Окей. Okay. Где были язычники? Рахо. Далеко. Где еще? Сарим. Они были чужими. Бли Элохим. Без Бога. Бли Тиква. Без надежды. Бли Брито ва бли Автахот. Без завета и без обещаний. Яуш эхад гадол. Просто сплошное разочарование. Ваз в пасук 13 есть эта мила авал. Но в 13 стихе есть это слово но у нас это а. Есть такое это вопросы? Есть такое а. Авал. А за авал. Так, то вот это а подразумевает но. Авал каэт ба машиах Иешуа. Но теперь во Христе Иисусе. Тем рехоким ба авал ниетем кровим. Те, кто были далеко, вы стали близки. Окей. Как говорим о том, что мишу олех по кивун азе? ואז הוא פתאום עושה ככה והולך לרמות. חזרה ותשובה. Вот этот вот процесс, когда вы идете в одном направлении, а потом резко разворачиваетесь, идете в другой, на иврите называется «хазара ба-чува», то есть возврат к ответу, дословный перевод, это покаяние имеется в виду. אז אותה חזרה ותשובה שיש לגויים ויש ליהודים, מכניסה אותם ביחד, קרובים לאלוהים. Поэтому вот этот процесс покаяния, который есть и у евреев, и у язычников, он их объединяет. Абар? Абар? Да, амен. А, амен, хорошо. Окей. Ашар, Коринтим... Ришона на Коринтим, зело батапим, зело батана. Итак, это не в листиках, первая Коринфина. Ришона на Коринтим, 12-13. 12 стих. То есть 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободны, и все напоены одним духом». «Арей берух ахат кутбальну куляну легуфихар».
так, в одном духе, да, мы крестились для того, чтобы быть одним телом. Бемау пану, бе? То мы крестились ахат. В одном духе. Окей. Лама мутбану? Почему мы крестились духом? Лама муштамеш по бабина твила? Почему он использует здесь слово твила, то есть погружение, как бы по... Лама... טוב, אנחנו יודעים שיש את התבילה וצריך, אבל כשפטרוס מדבר, הוא אומר, עזבו בתשובה, והתאבלו. Когда Петр говорит им в книге Деяний, покайтесь и креститесь во имя Господа, да, то он имеет в виду это слово твила, это погружение, на самом деле, это словный перевод, а в русском используется слово крещение. Мама шмаут ша твила. Какой смысл слова твила? Вот погружение. Погружение под воду и погружение в духе. Ишкоа. Ишкоа бетохма. Окей. Аз бамайм, аз кол ахад шэм ахусим ото ламбат, азо нитбал? То есть, скажем, подождите, это шния, не стихал бы так, я бы ишкоа. То есть, что, смысл твила, погружение, да, это как раз вот это вот лишко, это как погрузиться очень глубоко куда-то, да, окунуться, зайти под. Полностью. Да, полностью, да. Окей. Так, Михаил спрашивает, так если, типа, ты в ванной набрал воду и, типа, погрузился, ты уже все? כשאני שואלת מה משמעות, מה זה אומר, אוקיי? מה זה אומר שאני שוקע בתוך הרוח או שוקע בתוך המים? מה המשמעות? Что же действительно означает, если я погружен под воду или в духе? משמעות, משמעות. משמעות זה שזה שינוי. שינוי ממה למה? מבריאה ישנה לבריאה חדשה זה למעשה... כשאתה מתמלא הכל. ברוח זה לידה מחדש, כאילו. אני אתן לכם מילה אחרת. ידענו דרוקוי סבור. הזדהות. את צמא פרידיליניה. תבדקו את הפסוקים. הזדהות. בריאה חדשה. הזדהות. הזדהות. אני אסביר. נו. כשהם מסבירים את התפילה במים, הוא אומר ברומים, אנחנו מזדהים עם מותו של ישוע. טויס. Издаут это как слово. Льет эхад им. Льет эхад им. Это быть как отождествление. Молодец. Отождествление, да, то есть мы полностью отождествляем себя с Иисусом и со всем, что с Ним происходит, да, произошло. И поэтому Дух излился во время Пятидесятницы. И на каждого излился тот же Дух, да, потом на каждом почили языки пламени. התמלאו ברוח, אני נפולניץ דוחה, ויצא מהפה שלהם קול חדש שקוראים לו לשונות. Из их уст вышел новый, как бы, голос, который назван языками. אז מה זה תפילה ברוח? Так что ж такое погружение в духе, как бы? הזדהות עם רוח אלוהים. То есть, поэтому крещение в духе, это ты отождествляешь себя с духом. Валентин, זאת המשמעות של לידה מחדש. И это именно и смысл нового рождения. אחרת איך אנחנו יכולים לקרוא לעצמנו ילדי אלוהים. Только тогда, когда мы отождествляем себя с Духом и с Богом, мы можем называть себя детьми Божьими. אוקיי, אז כמו שישוע נרדף והעולם שנא אותו והרג אותו. Точно так же, как Иисус был преследуемым и его мир ненавидел. אנחנו המאמינים נרדפים ושונאים אותנו ובסוף גם הורגים אותנו. То также мы верующие преследуемы и ненавидимы и иногда даже убиваемы.